понять, конечно, такую красоту. Вот вон тут камень желтый, да? Сейчас мы... Высота 1234 метра. Конечно, видео разве может передать? Вот, если кто-то увидит, вот этот треугольник, да, сейчас дрожит в машине. В общем, я попытался это все показать, но... А туда есть канатная дорога или подъезд? Канатная дорога есть, но сейчас не работает профилактика перед сезоном. Можно еще подняться на машине, но с другой стороны. Ну, на машине этот полдня будешь подниматься. Да нет, там час времени подниматься. Сейчас, ну еще будет видно эту или уже все? Ну будет видно. А вот она. Сейчас я окошко открою, посмотреть. И вот, и впечатляет, конечно. Деревья закрывают, сейчас открывается. Бинокля рассмотреть бы. Хорошо бы. Вот. Деревья. Вот. Вот вид открывается. Вот он. Опять закрывается. Скажи. Не помнишь? Надо завтракать. Было бы не так плотно. А ты еще покатал нас? Ровные по переулочкам. Тут столько изгибов. Ну, завтрак назад. Короче, какой-то дворец тут, да? Идем. Ход это. Это еще не дворец, это еще просто. Сейчас посмотрим. Короче, сказал, где-то левее. Ух ты. Вон какое дерево. Все здесь красиво. Ну не сюда же, наверное, надо, да? Магнолия. Читай. Воронцовский дворец. Вот мы куда приехали, видите, земляне. Вот он. Воронцовский дворец. Что тут такое? О, какие до самого неба. Море. Там же, наверное, вид тоже на море. А вот какое. Дерево, вот такое бы мне посадить дерево. Какая крона в саду. А вот какой ствол. Глянь, Вик. Как конус, пирамида, да? Ствол, посмотри какой. У основания такой, я такой первый раз вижу. Что за дерево? Смотрите, земляне, любуйтесь. И вот. Тоже дерево. Собственно говоря, это еще мы и в дворец не попали. Я там думаю, рот от изумления откроешь. Если это просто придворцовая такая вот какая-то вот местность. Идем, и вот он, открывается дворец. Все резко. Вот он. Какие террасы подстрижены. Вот, специально для подписчиков канала. Александр Док. Туда полезем на башенку. Вот это. Пойдем, пойдем во дворец. Это подвод кассы. Вот касса. Ох, какой здесь звук. Эхо. Ну, наверное, самое первое. Доски, наверное, еще Иван Грозный строгал. Так что мы бесплатно идем, да? Касса закрыта.
здесь-то? Знали цари эти строить. Вид-то какой, гляньте. Вон касса, по-моему. Ну вот, вот самое главное. Вот он вид. Да. Какое деревцо. Сколько же ему лет? 200, наверное, как минимум. Как минимум. Диаметр, наверное, около 3 метров. Гигант. А это отросточек. Видите, какой был, наверное, маленький, когда сажали дерево. А стало вон как. Может, он ровесник этому дворцу. Это дерево. Ой, шапка слетает. Вот масштаб, видите, вот Виктория, вот это дерево. Читаю, платан восточный. Возраст 190 лет. Вот. И у нас в саду тоже 2 платана посажены. Но тоже посажены они правнукам. Куда-то Виктория нырнула.